Так, все готово, теперь можно ставить в духовку. Ну все, через 15 минут будет готово. Это, наверное, мои любимые внучата приехали. Иду, иду. Здравствуйте, бабушка Свинка, а я вам тут принес газету. Спасибо, Оливер. А я-то думала, это они приехали. А вот и они. Бабушка Свинка, а я забыла вам еще письмо отдать. Спасибо, Оливер. Да что же ему опять от меня нужно? Да отстаньте вы от меня! Ой! Ой, привет, мои любимые! А это я не вам! Ой, как же я рада вас видеть! Бабушка, и мы тебя рады видеть! Бабушка, а это чем так пахнет? А это мои печенья там готовятся! Точно, печенья! Совсем забыла про них! О нет, мои печенья! Надо срочно потушить! Мама, где твой огнетушитель? А у меня его нету! Мама, ну как же так? Так, ребята, все дружно начинаем тушить. Ура! Мы будем играть в пожарников! Мама, он точно мой брат? Так, все, Пеппа, начинаем тушить. Осталось еще совсем чуть-чуть. Сейчас я его потушу! Джордж, надо тушить водой! Прикольно! Ну ладно, я побежал за водой! Мама, он точно мой брат? Так, нужно срочно позвонить в пожарную. Да, приготовила я печенье. А что, выглядит очень аппетитно. Объявляет новый набор. Мы ждем ваших записей. Заходите на сайт, заполняйте анкету и загружайте музыкальные файлы со своим голосом. Это кастинг нового сезона. Как же мне хотелось бы поучаствовать в проекте «Голос». Так что ты мне хотела сказать? Сьюзи, ты, наверное, будешь в шоке, но я хочу поучаствовать в проекте «Голос». Что? Ты шутишь? Нет, я не шучу. Вау, Пеппа, это так классно! Молодец, что решила в нем поучаствовать. Спасибо, Сьюзи. Слушай, мне нужна твоя помощь. Для участия в проекте надо записать свое выступление и отправить им на почту. Ты поможешь мне записать мое выступление? Да, конечно, Пеппа. О, звонок. Слушай, Пеппа, а давай после занятий пойдем в актовый зал и все там запишем. Хорошо. Барби, ты представляешь? Пеппа хочет поучаствовать в проекте «Голос». Что? Кстати, они сегодня с ботанкой Сьюзи будут записывать Пеппино выступление в актовом зале и отправлять им на почту. Пеппа, это было очень классно! Спасибо, Сьюзи! Ну что, там все записалось? Да, все записалось. Кстати, можно уже отправлять. Сьюзи, а давай сходим в столовку, а то я что-то проголодалась от волнения. О, пойдем. А камеру здесь оставим или с собой возьмем? Да пускай здесь останется. И я думаю, ничего же не случится. Так, что же она там записала? Вообще не очень поет. Я бы лучше спела. Слушай, давай изменим запись.
О, давай. Ну вот и все, готово. Ква-к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 ва
ждут. Пойдем быстрее. Ну что, Пеппа, пойдем отправлять. Эх, пойдем. Ну вот и все, Сьюзи. И я отправила. Пеппа, я уверена, ты пройдешь кастинг. Сьюзи, ответ пришел. Пеппа, ну что, ты прошла кастинг? Пеппа, что случилось? Я не прошла кастинг. И еще они мне написали, что у меня самый ужасный голос. Что? Ну, ты же хорошо спела. У меня самый ужасный голос. Пеппа, да не слушай их. У тебя замечательный голос. Слушай, Пеппа, а может ты попробуешь поучаствовать в другом вокальном конкурсе? Нет, Сьюзи, я больше никогда не буду петь. Пеппа, ну не говори ты так. Эх. Ой, Пеппочка, а ты почему такая печальная? Я не прошла кастинг в проекте «Голос». И еще они написали, что у меня ужасный голос. Ой, Пеппочка, как же мне тебя жалко. Алло. Стэсси, ты представляешь, сработала. Она не прошла кастинг. Что, серьезно? Да, она сейчас сидит и вовсю ноет. Ой, Стэсси, классно ты придумала изменить запись. Если тебе нужно что-то сделать, обращайся. Хорошо. Пеппа! Наташа, я не хочу пока ни с кем разговаривать. Пеппа, я знаю, почему ты не прошла кастинг. Что? Почему? Барби и Стэсси изменили твою запись. Что? Ну как? Надо сбегать домой и посмотреть. Ква-к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 ва
они не посмотрят мое выступление. Пеппа, у меня появился план. И что за план? Мы сейчас поедем на голос, и ты там все споешь. Сьюзи, но вдруг они не захотят меня слушать? Сьюзи, но... Пеппа, пойдем, у нас мало времени. И кому надо подходить? Здравствуйте! Здравствуйте, девочки! А, я тебя знаю! Это же ты ужасно спела, да? Но это не я пела! А кто пел? Кошка твоя! Подождите, а можно я заново спою? Нет, у меня еще с прошлого твоего пения еще уши не зажили. Это что, ты пела? Да. Но почему тогда на видео ты пела совсем по-другому? Это очень долгая история. Ладно, мы берем тебя на голос. Правда? Через 5 минут ты уже будешь выступать. Но я еще не готова. Сьюзи, я боюсь. Пеппа, да не переживай, все будет классно. Голос! Как же я обожаю эту передачу!
Что, Пеппа? Пеппа, это было очень классно. Ой, Пеппочка, ты такая молодец. Бабби, я все знаю. Что, о чем ты? Я не понимаю. Это ведь вы со Стейси изменили запись. Нет, это не я, это все Стейси. И не стыдно вам? Ну, извините, я не хотела. Это просто была шутка.